Доброе утро, девочка. Мне страшно. Мы будем наносить краску. Даже шампунь, да? Он выглядит вот в таком тюбике. Сейчас посмотрим. Применение. Сейчас, знаете, какое применение здесь делают? Тут не ложат вкладыши, а пишут прям внутри самой упаковки. Вот. Как сейчас экономят бумагу. Должны увлажнить с вами. Сейчас увлажним. Мы слегка с вами увлажнили волосы, как написано в инструкции. Есть перчатки. Надеваем перчатки. Мне самой страшно. Тут нет защитной пленочки, нет. Очень плохо. Нет. Но пахнет изумительно. Берем. Чтобы себя не попасть. Ладно. И потом смоем мицеллярной водой. Я так понимаю, можно его смыть. Так, ждем 10-15 минут. Что, готовы смотреть? Я сама еще прям боюсь. Смотрим. Это мокрый эффект. Сейчас мы с вами подсушим. Вот тут вот, видите, проблестки есть. Неравномерно нанесла его. Можно было расчесать. Вот. Тут есть желтый вот этот вот эффект. Не по всей, короче. Я голове чувствую. Вот тут вот нанесла. Конечно, камера не так передает, как зеркало. Зеркало передает его темнее цвет. Но сушим, смотрим, что получилось. Смотрим, девочки. Вот где, как я вижу, вот тут вот есть непрокрашенные куски. Потому что я неравномерно слезаю. Вот. Смотрим, тут вот что у нас тут. Так, вот так вот. Кто ждал результата? Вот он результат.